феодалури дяксак сулоби сепокаш, сакартвело, дакопили цалгеул самепроева, кахетиса, картлиса, имеретиса да дамоугидевал самтавроева, вечедмете саугунис нахеварши, в половине 17 века Грузия, раздробленная на отдельные царства и независимые княжества, была обессилена нескончаемыми нашествиями персов и турок и бесконечными расами феодалов. Захватчики уничтожали высокую материальную и духовную культуру Грузии, варварски истребляли ее народ. В отместку за непокорность царя Теймураза персидский шах Аббас предал Хакесии огню и мечу. Народ стонал под ярмом Кызылбашей, но не терял надежды на свое светлое будущее и самоотверженно боролся за свободу. Я вижу, ты храбрый. Ты спас мне жизнь. Не думал никогда, что похвала красивой девушки так приятна. Не забывай. Так, ну-ка, хватит. Куда ты? Подай мне коня. Живей! Да, страшные времена настали. С родной земли угоняют, в чужие края истребляют. Кахетии, говорят, совсем не осталось юношей и девушек. Всех угнали в Персию.
Он, верно, еще ничего не знает о своих сестрах, бедняга. А что, разве с ними что случилось? Они же укрыты в Гвинском монастыре. О, их монастырь не спас. Перс и там нашел их и наложил лапу. Добрый день, друзья. Здравствуй, Влахо. Если так будет продолжаться, то весь народ погибнет. Нет, дорогой. Кахети уже давно вооружается, поверь мне. А, пустое. Почему? Пока мы ружье зарядим, Шах-Аббас успеет разорить даже птичьи гнезда. Вряд ли. Не так уж мы беспомощны. Да не лишит тебя Господь надежды. Да благословит он тебя за эти слова. О своих сестрах ты ничего не слышишь? А что? Да так ничего. Нет, говори. Сынок, оказывается, Терс побывал в монастыре. Дальше. Я бы на твоем месте, на всякий случай, пошел бы к князю Церетели. Сходи. Так будет лучше. А то, знаешь, сходи. Видишь, Глаха, любимого сокола Нино упустил. Князь меня за это обещал выпороть. О, Глахо! Здравствуй! Князь, если на то твоя воля... Освобожу пулей сокола. Пулей освободишь? Да. Хорошо, я дам тебе свое самое лучшее ружье. Только, Глафо, смотри, не подстрели мне его. Не беспокойся. Да, пожалуй, иначе нам его и не снять. Эй, принесите мой хирим! Промахнулся, Глаха. Плохо целишься. Почему, князь? Разве не видишь, сокол обеими лапками зацепился за ветку? Одной пулей оба ремешка не перешибешь. Перебил правый, теперь доберусь и до левого. Пас ты меня, дорогой. Замотли у тебя руки. Спасибо, Глаха. Я с этой проклятой птицей столько намучился, она все норовила улететь. На руке она у меня сидела. А как услышал про твоих сестер, я упустил. Что ты мог слышать? Перс увозит их. Князь подарил шаху, к нему его увозил. Ну, Глахо, чем отблагодарить тебя? Есть у меня, князь, великая просьба. Говори, что в моей власти сделаю. Не отдавай моих сестер шаху, вот о чем прошу, князь. Не губи сирот. Я же сказал, проси только о том, что в моей власти. Ты же просишь невозможного. Ружье, из которого ты стрелял, могу тебе подарить. Сынок, от ружья не отказывайся. Оно пригодится, ведь недаром говорят. Ружье стрелку, стрелок миру. Отец, прошу тебя, ты все можешь. Ему надо помочь. Сделай так, чтобы его сестер не увозили к шаху. Замолчи, Нино. Ты не знаешь, как это может быть опасно для нас. И не проси больше. Прости меня, княжна, за мою смелость. Пусть она не покажется себе непочтительной. Но я не мог, я должен был прийти.
поблагодарить тебя за твои слова, княжна, за твое участие в моем горе. Но, может быть, не стоило для этого утруждать тебя и прыгать через ограду? Это совсем не трудно. Зато прямой путь всегда короче. И еще вот что, княжна. Я хотел проститься с тобой. Уезжаешь? Да. А куда ты направляешь твой путь? Я... Не хочешь сказать мне? Я еду в Кахети. Чукчелакашвили? Да. Другого пути у меня нет. Была бы я не девушка, я мужчина, я бы... Значит, одобряешь мое решение? Ты меня сделал счастливым. Ты меня не забудешь. Ты будешь помнить меня, сокол мой я. Мечта моя, Нино, дорогая. Прощай. Будь счастлив. Желаю тебе доброго пути. Возвращайся с победой. Не волнуйся, не волнуйся. Это свой человек и медицин. Что у тебя нового? Я вам привезла немного пороха. И опять плохие вести. Садись, рассказывай. Еще один князь перешел на сторону шаха. Кто? На сторону шаха? Симон Макашвили. Шах поручил ему карательным отрядом командовать. Он все предает огню. Шах пожаловал его до этого первым халатом. Какой позор. Они продают народ, продают родину. Бог накажет их. Покарает за пролитую кровь. Уже наказан. С тобой одному священнику крестьяне за измену выкололи глаза. А что сделали крепостные в другом месте? Полили всю усадьбу. Где всю усадьбу? Изменника народа князя Джан Диери. Так ему и надо. Когда же нашим мучениям наступит конец? А царь, о чем он думает? Что он там делает? Так я же говорил. Царь-то ему раз первый, как траура, даже не остановился в Кутаиси. Разбил в горах лагерь и там принял русских послов. И что же, на чем порешили? Царевича Ираклия, внука Таймураза, московский царь Алексей на воспитание взять решил. А вскоре... пригласил и самого Таймураза в Москву. Теперь, я думаю, можно будет надеяться на помощь. На Бога надейся, а сам не плашай, говорит пословица. Кажется, кто-то приехал. Иди на Чалакашвили, пожалуй. Здравствуйте, друзья. Ну, как тебе у нас нравится? По душе пришлись, товарищ? Да, князь, по душе. Я когда ехал, знал, что с ними сдружусь. Это замечательный народ. К сожалению, тебе придется на время расстаться с друзьями. Я тебя беру с собой. Собирайся в путь. Друзья мои, я вас должен на время покинуть. Селим хан прислал ко мне моего дядю, изменника народа князя Джанджери. Он и меня уговорил перейти к ним. Я согласился. А за мою измену я приказываю вам нападать, но не очень уж часто, друзья, на мои владения. Вы меня поняли? Не нужно слишком увлекаться.
Но знайте, важно одно, все должно быть естественно. Дальнейшие же указания вы будете от меня получать через Милано, а также через Глаху. Парно, друг мой верный, ты знаешь, что я всегда на тебя полагаюсь. Каждый воин нам дорог. Нужно ли тебе говорить, парно, что людей надо беречь? Старайся раздобыть оружие. Сделай для этого все. Я вас должен покинуть сегодня же. Желаю вам успеха. Глахо! Один добрый человек из Эмирейки сообщил мне, что девушек, предназначенных в подарок Шаху, уже отправили. Кажется, и твои сестры среди них. Так, нет. Идем на казнь. Не знаете, как вам повезло? Это счастье попасть к хану. Арчу нарядит вас в долгопанной одежды. Станете такими красавицами, что даже ваш брат Знах в арте не знает. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Да, брат, неудивительно, они ведь близнецы. Тбилиси шах на вас, когда узнал о том, что девушек похитили, распорядился немедленно закрыть все дороги, никого не пропускать, а девушек сыскать. Будто бы сквозь землю они провалились. Нигде их не смогли найти. Кто осмелился на это? Кто? Великий повелитель. В этом злодеянии наших кахетинцев обвиняют. И больше того, говорят, те же разбойники напали на дворец князя Челокашвили и кричали: «Эй, выходи, предатель, изменник, продажная душа, не прячься». Позвать ко мне князя Макашвили! Приказываю, село Маграни сегодня же ночью сравнять с землей. А всех, кто еще на что-нибудь пригоден,
захватить в плен. Я все сделаю, мой повелитель. Спасайте детей! Кизыл Баши! Кизыл Баши! Ваша милость, за что гнетесь? За что ты сжигаешь? За что громишь наше село? Если прошли через Маграни мятежники, разве мы могли их удержать? Не наша в том вина. За что гневаешься? Мы не должны отвечать за слова грехи. В ваших руках сила и власть, вы расправляетесь с ними. Помилуй нас, не виноваты мы. Помилуй нас. Летать их! Зачем к нам пожаловал? Откуда путь держишь? Я из Кахетии. Кахетии? Какими вестями? Князь Петлина Чулакашвили шлет тебе привет. И письмо. Это вам передать приказала ваша дочка. С ума он сошел, что ли? Но это же не мысль. Скажи, на что он рассчитывает? На единодушие своего народа. И на тебя, мой князь. Сам он выставляет 500 отборных воинов. Еще по 500. Обещает ему князья Шалвая или Сбар уже 1500. Но и 500 от тебя надеется получить. И что же? Он думает, с 60 тысячами перцев сразиться 2000. А 2000 молодцов это рать немалая. И если будет подмога, то тем более. Ну, а в нашей победе мы, князь, не сомневаемся. Эх, друг ты мой дорогой, молод ты еще очень, и к тому же горя. Даже вся Кахетти не смогла с ними ничего сделать. Вы же думаете идти против них 2000. Это ведь смешно. Города, крепости, все у них в руках. Мы Кахетти не освободим, а на Картли навлечем опасность. А свирепевший шах ищет повода для того, чтобы разделаться с Картли так же, как с Кахетти. Ваша милость, вам, пожалуй, нельзя и ставить. Шалва и Визбар. Проси, проси. И госпоже доложи. А ты, мой друг, отдохни, пока я напишу ответ моему зятю. Шалва еще молод, он следует влечению сердца. И мой зять Бедзина тоже не стар. Каждый день он видит мучения своего народа и ради него готов пожертвовать собой. А вот ты меня удивляешь, Элизбар. Ты убелен сединами. Как ты мог даже подумать о такой опасной затее? Не сидеть же нам сложа руки и смотреть, как гибнет наш народ. Надо помочь кахетинцам, пока они не упали духом. Если мы не победим,
Так хоть погибнем со славой. Элисбара, ведь это ты его подстрекаешь. Да увенчает Господь Бог успехом ваш светлый замысел. Да приведет вас к победе, святой Георгий. Аминь. Персы праздновали день восшествия на престол шаха Аббаса. Персидского силача. Я слышал, он даже ему лопатку вывихнул. С тех пор Шан успокоиться не может. Интересно, кого он выставит сегодня. Смотрите, смотрите. Кто это? Как он густо намазан салом, как он блестит. Это их обычай. Кизылбаши так делают, чтобы у противника скользили руки. Да ведь это Абдушахи, начальник конницы Кизылбаши. Наверное, хан приказал. Народ! Кто бороться хочет? А ну, выходи! Где же ваш победитель Казманашвили? Отказывается. Он говорит, что может с силачами бороться, а не с голиафами. Стоит вам все. Еще раз пусть обойдет и хватит. Своим делом. Я еще не закончил приветствие, а он на меня набросился. Кизилбаш, а ты позови, когда кончишь приветствие. Я приеду. Сайтана, ваш силач валяется, как курдюк. Теперь ему не поможет. Thank you.
твоей милости, князь Макашвили! Так прозвали Кызылбаши нашего героя, Башачук, человек с непокрытой головой. Можно ли войти? Что с тобой, отец? Беда свалилась на мою седую голову, дочь моя, беда. Больше всего я именно этого боялся. Чего ты боялся, мама? Взамен тех похищенных девушек, шах... Что? Требует, чтобы я отдал тебя. Ну что, Фатьма привезла? Я спрашиваю. Да, повелитель, привезла. Привезла. Она здесь. Хороша. О, мой повелитель. Она прекрасна, очаровательна, умна. Лучшим украшением нашего гарема может стать эта жемчужина. Я бы не отпустил ее отсюда, мой повелитель. А ну-ка, приведи ее ко мне, Фатьма. Как ты доехала, княжна? Садись, пожалуйста. Не утомила ли тебя дорога? Благодарю, я доехала прекрасно. Почему ты так грустна? Улыбнись, ты у меня в гостях. Может быть, тебе трудно путешествовать, и ты предпочитаешь остаться здесь, а? Пожалуйста, оставайся. Мы будем только счастливы, если ты останешься. Подумай хорошенько. Мне думать нечего, если бы я могла. Я бы дома осталась. У отца. Ты, я вижу, устала, княжна. Дорога, видно, тебя очень утомила. Но я не буду надоедать тебе больше. Отдохни, пойди, успокойся немного, а потом решай. Что произошло, в чем дело? Только что на базаре видели Башачука. Кто видел? Саид Кули сказал, что купцы его видели.
боже мой, наконец-то. Ты пришел. А я боялась, что с тобой что-нибудь случилось. Как дела? Приготовила? Приготовила, конечно. Пойдем поешь что-нибудь. Я очень спешу, Милана. Ну, посиди хоть немножко. Ты не успеешь прийти, тут же собираешься бежать. Уж очень много дел. А у тебя всегда много дел. Ну что? Что нового? Что слышно? Будь осторожен, Бачуки. Абдушакин тебя ищет повсюду. Отомстить хочет. Видимо, плохо ищет. Ты замеряйте Селимхану княжну Церетели привезли. Кого? Нино Церетели. Что с тобой, Бачуки? Во всем я виноват. Это я погубил все. Бачуки, ты ее знаешь? Ты ее любишь, Бачуки? Несчастная. Моих сестер она помогла освободить. А себя обрекла на мучения. Не отчаивайся, Бачуки. Кто-нибудь придумает. До свидания, Иван. Друзья на стороже. Всеми способами стараюсь оттянуть отъезд. Преданный тебе Аллаху. Большой чук. Значит, ты говоришь, что ты напала на след Баши Ачука. Да, мой повелитель. Верных людей у меня много. Но только тебе одному я могу поручить это дело. Готов служить тебе, мой повелитель. Как я знаю, ты до сих пор не нашел еще своего врага и не смог отомстить ему за оскорбление, да? Что делать? Я потерял покой, я ищу его и днем, и ночью. А Тин Салмако знает, где его найти. На опушке леса у мельницы живет молодая красивая вдова Милан. Ее муж на войне погиб. Я укрылась вчера в ее доме во время грозы. Я знала, что к ней кто-то приходит, и догадывалась, кто. Ну, а в полночь он действительно пришел. Милана ему что-то передала и сейчас же отпустила.
Я своими ушами слышала, при прощании он проговорил. Я приду к себе Милана через 3 дня. Приказываю. Окружите своими конниками дом Милано. Схватить их обоих и немедленно доставить ко мне. Не бойся. Я пришел к тебе как друг, а не как враг. Да благословит Господь твой приход. В чем я провинилась, господин? Вот смотри. В одной руке у меня сабля, в другой золото. Выбирай, что хочешь. Выполни, что я скажу тебе, обогащу. А не выполнишь, так я здесь же тебя зарублю. Зачем золотом соблазняешь? И почему не пугаешь меня саблей? Тебе ходит ваш очуг, это мне хорошо известно. Ты должна мне его выдать. Я не понимаю, о ком ты говоришь? Я тебе клянусь, никому... Случай! Она правда дает клятву. Да не хуже меня знаешь, кто такой Башиачук. Я тебе пока даю это, и еще получишь 1000, которая была обещана за голову Башиачука. Я уступлю тебе. Никто не будет знать об этом. Аллах да будет свидетелем. Я ничего не знаю. Ты должна еще долго жить. Ты молода и не дурна собой. Я предлагаю тебе много золота. Подумай. Не оставляй своего ребенка круглым сиротой. Поступай, как тебе велен. Больше я тебе ничего не могу сказать. Тогда прощайся, Сидью! Я пошутил. Такую, как ты, нельзя убивать. Нет. Хвала тебе, женщина. Ты умеешь дружить и любить умеешь. Да, я слышал много хорошего о грузинках, но верил далеко не всему. А ты заставил меня поверить. Я знаю, что Башиачук придет сюда завтра вечером. Мне приказано окружить твой дом моими конниками и схватить его. Ты предупреди его, чтобы он лучше не приходил. Погоди. Я ничего не понимаю. Ты друг Бачука? Нет. Враг. И враг непримиримый. Или он меня убьет, или убью его я. Но мы должны встретиться не так, а в честном бою, как подобает воину, как встречаются настоящие люди. А не подло, не гадко, как мне было приказано. Ты поняла меня? Ты так ему и передай. А теперь прощай. Однажды, когда Абдушахиль бродил в Шамтинском лесу в поисках Башиачука,
бойся, я тебе брат. Ты мне сестра. Скажи мне, кто ты, откуда? Я отвезу тебя домой. Я тебе письмо от княжны. Милый, не заботься о моем спасении. Судьба моя решена. Пусть же моя безграничная любовь обещает тебе путь в борьбе за освобождение Родины, в благородной борьбе, где так нужны каждое сердце и каждая десница. Твоя Нино. Не печалься, Бачуки. Это не к лицу тебе. Я еще не видел улыбки. А я люблю тебя, княжна, люблю от всей души. Ты будешь моей первой женой. Ты будешь повелительницей моего сердца. Никогда. Предпочту умереть, но я не буду. Но и ненавистного мне человека. Thank you.
сын Сал. А где же она? Я пришла одна. Где твоя Мила? Может, ей не понравились подарки? Как могли не понравиться ей твои подарки? Прости меня, государь. Я пришла, ее уже упрятали. Как это упрятали? Сказать правду перед этим всех красивых женщин, чтобы они не попали в свои руки, народ прячет. В Шамвинском монастыре есть много прекрасных девушек. Я уверена, что те 8 красавиц, которые были предназначены великому шаху, и они укрыты замком. Ведь в их похищении винили Баши Ачука. Именно это я и думала сказать тебе, мой повелитель. Много козней замышляют против тебя в этом монастыре. Тебе надо разглядеть своих людей получше. Среди них есть изменники, поверь мне. Кого ты подозреваешь? Я боюсь об этом сказать. Чолокашвили. Есть у тебя какие-нибудь улики? Да разве он такой человек, что даст себя в чем-нибудь уличить? О, нет. Но мне это подсказывает мое сердце, мое чутье. А это иногда больше, чем улики. Хватит! А Баши Ачуки тебе тоже подсказывало твое сердце. Обмануло тебя. Нет, мой повелитель, там я была права. Но я уверена, что нас предали. Иначе зачем бы они спалили мой дом? Зачем? Тор! Об этом знали только ты и Абдушахиль. А зла, что сожгли твой дом, ты, старуха, готова оклеветать весь свет. Князь Чолокашвили не отходит от меня с утра до вечера. Да он всей душой нам предан. А ты обвиняешь его в предательстве. Но смотри, если твоя болтовня о монастыре окажется такой же правдой, шкуру сниму! То, что я сказала тебе о монастыре, правда. Если я окажусь неправа, вели голову мне отсечь! Эй! Абдушахиль! Абдушахиль нездоров, мой повелитель. Сегодня его обязанности исполняю я. Это все равно. Сию же секунду со своей конницей стащив Шамтинский монастырь, окружи его, уничтожь всех, не щади никого. Самых красивых девушек доставишь ко мне, чтоб никто их не трогал. Остальную добычу разделите между собой. Чего стоишь, выполняй! Не плачь. Чего ж ты месишь? Убей меня, но только сразу. Чего ждешь? Благодари свою красоту. Она спасла тебя. Ты не случайно осталась жива. Я отвезу тебя самому великому хану. И кто знает, какая судьба тебя ждет. С такой красотой, как у тебя, ты, девушка, никогда не пропадешь. И даже женой солнцеподобного шаха можешь стать. И вот если мои слова когда-нибудь сбудутся, не забудь меня.
За добро отплати добром. Надеюсь, ты не окажешься неблагодарным. Чего, дорогой мой? Будут ли твои слова неизвестны еще? Но ведь ты меня спас сегодня. И мне бы хотелось благодарить за это. Я подарю тебе талисман. Ни пуля тебя не возьмет, ни сабля не рассечет, если ты его наденешь. А почему грузины владеют таким талисманом? Сами им не пользуются. Разве им жизнь не дорога? Мы им пользуемся. Поэтому мы живем до сих пор. Да, мы живем, несмотря на то, что во все века нашу маленькую страну пытаются половить. Но мы благодарение Богу всегда защищаем. И там, где враги соснами погибают, грузины теряют 2-3, не больше. И то тех, кто талисманы на шее не носит. Ты говорил, что сегодня мою жизнь спасла моя красота. Нет. Меня спас этот талисман. А ведь талисман был и у других. Отчего же он спас только тебя? Случай не больше. Я, видишь, легла спать не поужинавши, а все остальные поели. А талисман этот действует только на тех, кто простится. Ты не веришь? Ну, может быть, ты испытать его хочешь? Но повесь на шею. А кинжал твой дай мне. Увидишь, я тебя ударю изо всех сил и даже не отцарапаю. Как я тебе и поверил. А вдруг ты случайно меня зарежешь? Что мне делать? Тем более, что я вчера очень хорошо поужинал. Иди не провести меня. Я давно уже сменил молочные зубы. Ты что, думаешь, что я обманываю? Скажи прямо, ты просто боишься. А меня? Ударь меня. Ударь смелей, не жалей. Кинжал твой разрежет только платье. Я же сказала тебе, ты мне не причинишь никакого вреда. Она одурачила меня. Беспомощных, беззащитных женщин. Достойные люди так не поступают. Даже разбойники и те избегают поднимать руку на женщин и детей. Бой Аллах, что я к тебе обратился. Того ли я ждал? Нет ее. Исчезла.
развеялась моя светлая мечта. Но ничто в мире не сотрет того, что с такой силой запечатлелось однажды в моем сердце. Если я потерял ее живую, хоть мертвая она моя. Если мне проще, если ты злой дух. Успокойся. Ведьма, я так он ты горюешь и плачешь. Я вернусь с того света. Для того, чтобы утешить меня. Да. Но только не с того света. Я пришла тебе сказать, что я жива, что я не умирала. Но что верит в твою любовь и любит. Тебя убили? Меня не убивали. А это? Это сестра моя. Ее звали Мтвариса. А мое имя Мзиса. Мы близнецы с тобой. Да будет благословенно твое имя, Аллах. Это сон или явь? Объясни мне, что произошло? Мне кажется, что я теряю разум. Ты видишь, я тебя не стесняюсь теперь совсем. Ты помнишь это место? Здесь ты мне сказал, что я тебе сестра. Я не забыла твои слова. Может быть, в той минуты я и полюбила тебя. Но мы не можем быть вместе, потому что мы разной веры. Я покорилась судьбе и люблю тебя теперь как брата. Сестра моя, мы были сладостнее, чем сестра. Объясни мне, как ты уцелела? Кто тебя привел сюда? Когда монастырь разорили, воины отобрали несколько девушек для того, чтобы увезти. Во время этой суматохи я сумела ускользнуть от них и потихоньку спрятаться в кувшине от вина. Понимаешь, в глубине двора был зарыт пустой кувшин. А после того, как они подожгли монастырь и ушли, я вылезла и спряталась в этом лесу. Я видела, как похоронив мою сестру, ты оплакивал ее. Ты принял ее за меня, и мое сердце переполнилось любовью к тебе. С тех пор я часто слежу за тобой. Я живу здесь, в пещере. Я тебе не хотела показываться, но не выдержала сердце. Сейчас я тебе больше ничего сказать не могу. Если хочешь узнать еще что-нибудь, идем со мной.
Только с одним условием, ничему не удивляйся. Не применяй оружие, обещаешь? Если ты этого хочешь, обещаю. Поклянись. Клянусь Магометом. Мы никогда в Магомета не верили. Тогда клянусь Христом. Но ты в него не веришь. Нет. Чем-то другим поклянись. Клянись мне честью воина. Клянусь. И еще клянусь моей любовью к тебе, которую я не в силах даже выразить. Ах, я верю. Ничего, это, наверное, шесть назад просят. Пугай? Это виноват Дозорный. Он в темноте не сразу разобрался и принял моего пленника за врага. Пленника? Какого пленника? Откуда? Да. Я привела с собой пленника. И даже не обезоружила его, чтобы не обидеть воина. Примите его как гость. Башиачук? Да, Абдушахир Башиачук. А я его сестра. Да будет благословенна ваша встреча. Это тот самый человек, Ачук. Аллах, благословена твоя странная воля. Я искал этого человека как врага. Непримиримого врага. А встретил его как друга. И я о том же могу сказать. Абдушахир, будь нашим гостем. Не обессудь за угощение. Хоть мы и не богаты, но зато радушны. Прошу. Я человек без роду, без племени. Не знаю, кто был мой отец и дед. Не зная того, как я попал в Ардалан. Только смутно, очень смутно вспоминается мне рассказ моей несчастной покойной матери. Это было очень давно, когда я был еще грудным младенцем. На нашу деревню напали лезгины и разорили ее дотла. Уничтожили нашу семью. Двое только уцелело, моя мать и я. Лезгины нас взяли в плен и угнали. Моя старшая сестра жила у священника в другой деревне. Кажется, она спаслась. Больше я ничего не знаю. Нет ли у тебя заслуги родимого сна? Есть. Откуда ты знаешь? Бог не захотел, чтобы мы потеряли друг друга. Поздравляю тебя. Ты нашел свою кровную сестру, и наш уговор о побратимстве не нужен. Останемся друзьями. Как христианка и мусульманин. Нет, он не мусульманин. Он христианин. Твой брат грузин. Ты слышишь? Оказывается, я не мусульманин. Сегодня волей провидения я возвращен к родной вере. Башиачук, прими меня в свой отряд, чтобы я мог делить с вами и горе, и радость. Ась, и ты перешел к ним?
Абдушахиль, своему народу я не изменял никогда. И ты можешь сослужить ему великую службу. Это твой долг, раз ты грузин. Но не надо спешить. Затаи до поры до времени все, что здесь произошло. Вернись в свое войско и веди себя так, чтобы к тебе не заметили никакой перемены. Ты должен убедить всех, что убил Баши Ачука. Знаешь что? Возьми его, Папанаки, запачкай кровью и покажи своим начальникам, чтобы у них не было никаких сомнений. А мы скроемся на время. Это необходимо для нашего общего дела. Остальное сообщу потом. Клянусь Всевышним Богом! Клянусь родной землей! Не пощажу жизни твоей! И скажи еще, что в убийстве Баши Ачука князь Чалакашвили тебе помогал. Иначе бы ты с ним не справился. Сынишку моего пожалейте. Он ведь у меня дома один остался. Пора идти. А провожатый у меня сам Бог послал. Брат меня проводит. Спокойной ночи. Княжна, Абдушахиль убил, говоря, разбойника. Кого? До которого Ачуком прозвали. На базаре его шапка висит, а народ вокруг так и толпит. Прежде всего я хочу ознакомить вас с тем, как я собираюсь действовать. Да поразит оно врагов наш! Пошли вам Бог победу! Возвращайтесь с победой, дети! Спасибо. Храни вас Господь! Да воздаст Господь силу твоей десницы, смерть врагам нашим! Ты со своим войском направишься по левому берегу Алазани. Ты по правому. А я спущусь прямо к Бактрионе.
Сорокин, товарищ. Прошу вас держать со мной связь. Сообщи, Рикуль. И в ту же ночь Бездзи на Чалакашвили со своими главными силами осадил крепость Бахтриони. Какие вести? Очень плохие, повелитель. Посланная вами конница на подмогу осажденным разбита вся, мой государь. Грузины устроили засаду. Абдушакиль захватен в плен. Жангиери! Жангиери с войсками вызвать! О, мой повелитель! Войска Жангиери побросали оружие и сдались в плен князю Чалакашвили. А ведь мне говорили, что у Чалакашвили паралич, он при смерти. Жандиери же был всегда так предан и верен. Гяуры! Злодеи, проклятые, теперь мне понятно все. А уже поздно. Коней! Молниеносной быстротой повстанцы развили свои неожиданные удары. Весть о падении Бахтриони еще не успела дойти до резиденции Чингисхана, а соединенная повстанческая армия уже подступила к городу.
грязну. Вот она. Теперь не время плакать, Снежна, надо ехать. Скорей, лошади готовы. Мне некуда ехать. Абдушашиль, освободился из плена. Да. Всю жизнь я был в тяжелом плену. А сейчас освободился. Скорей, поехали. Прочь! Не натрагивайся на нее, кровопийца. Как ты смеешь? В борьбе за нее и муж мой отдал жизнь. Желаю прощания. Мою боль. Thank you.
деньги, все модели, мы не умеем.